Это у нас мужская парная, в которой третий день мы топим горелку нашу, печь каменку. Она должна набрать определенные температуры, и мы позовем гостей в наш банный комплекс. Этого события без преувеличения ждала вся Рязань. Ну или почти вся. В банях на Семена Середы уже вовсю тестируют новую тепловую систему. На смену старому еще советскому комплексу пришли современные иностранцы. Итальянский котел, горелка, бойлеры. Существенно обновлены раздевалка, помывочная, парилка. В общем, объем работ проведен, как говорится, неподъемный. Самые заядлые парильщики, кстати, контролируют все работы буквально ежедневно. На интересующий многих вопрос «когда» уже есть ответ. Сейчас все хорошо, третий день у нас топится мужское отделение. Если сегодня, завтра покажет, камни наберут определенную температуру, то к концу или началу следующей недели мы позовем заядлых парильщиков опробовать наш пар. Изменений будет сразу несколько. Во-первых, в банях теперь будет электронная система пропуска. Каждому посетителю будут надевать на руку браслет с обратным отчетом времени. Во-вторых, изменится цена посещения. Теперь это будут 420 рублей. Но здесь есть важное уточнение. Стандартное время нахождения увеличат до 3 часов вместо 2, а для пенсионеров и льготников предусмотрены скидки. Максим Васильев, телекомпания «Город».